Стопы, с вами жирный слуга. Оресама. И лето кончилось. На сентябрь запланировано не так много, так что приступаем. Мне нужна доза в пару серий. Быть в ужастиках, комедиях, гареме. Вернуться в школу, снова влюбиться. Попасть в волшебный игровой мир. Я так устал все время злиться. Почти забыл, как любил. Дайте мне аниме миллион серий, чтоб я до самой смерти не вылазил из постели. И в тетради смерти я б не написал ни слова, чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова. Я почти ослеп, а вижу боль, любовь и сиськи, и в конце сам стану аниме. Ова. Планетарианка. Снежный шар. Анонсированная экранизация визуальной новеллы «Кут в автор». Действие фильма происходит после окончания экскурсии, на которую отправились главные герои в сериале «Маленькие проказники». И сосредоточиваются вокруг Рики и Кудрявки. Члены группы «Маленькие проказники» вернулись в свои дома, а Рики и Кудрявка остались жить в школьных общежитиях. Но из-за проблем с водопроводом в мужском общежитии Рики остается без жилья. Кудрявка предлагает ему пожить у нее, так как в ее комнате сейчас нет соседа. И Рики соглашается. Теперь им предстоит скрывать пребывание Рики в комнате Кудрявки от остальных членов общежития, ведь в одну комнату нельзя селить учеников противоположных полов. Я не читала новеллу, но аниме мне будет интересно посмотреть. 2 сентября. Ова, пода, как меня можешь любить только ты. Насколько я знаю, в этой ове будет окончание сериала. Но это не точно, но, собственно, именно это я рассчитывала, когда более-менее хорошо оценивала концовку сериала. На 5 сентября ожидается фильм «Клетки за работой». Ну, вместе с ним, разумеется, выйдут дополнительные материалы от лица тромбоцитов о том, как правильно себя вести в кино. Лично я этого буду с нетерпением ждать. А на 6 сентября перенесли «Я хочу, чтобы меня съел серый волк». 8 сентября. Таинственный магазин сладостей «Дзентидента». 10 сентября нас атакуют кентайцы с очередной оной. Система «Спаси себя сам» для главного злодея. Это история о парне, который сначала читал новеллы о бессмертных героях меча и заклинаний, а потом внезапно помер и очнулся внутри одной из таких новелл. Вот только оказалось, он там не в роли главного героя, а в шкуре главного злодея по имени Цин Цюшэнь. По какой-то неясной причине Цин Цюшэнь без передышки издевался над главным героем, своим учеником по имени Бен Хэло, чем довел парня до того, что обозлился и стал мстить всему миру за свои обиды. Теперь обновленной версии Цин Цюшэня, которого, согласно ходу новеллы, ожидает страшная кончина от рук Бен Хэло, предстоит как-то исправить ход сюжета, чтобы все-таки остаться в живых. При этом сделать это необходимо, не выходя из рамок характера персонажа. По крайней мере, именно такие условия поставлены перед ним некой магической системой-помощником, которая дает ему информацию об игре, но вот подсказывать и помогать которой вовсе не собирается. 11 сентября опять китайские ионы. На этот раз «Владыка духовного меча 4». Полуметражка. Пустынная эскадрилья Котобуки. Поздравляю Йоч с анонсом полуметражки и незнакомец на берегу моря. Знаете, мне все-таки кажется, что Иоя выходит больше, чем Юри. Ну так мне кажется. На пляже одного далекого острова, расположенного у побережья Окинавы, встречаются однажды двое молодых людей. Один из них – Сюн Хосимото, который мечтает стать писателем и которого совсем не привлекает противоположный пол. А второй – немного мрачноватый старшеклассник Мио Тибана, который привлек Сюна, и тот решил с ним познакомиться. День проходит за днем, и двое юношей становятся все ближе друг к другу. Но вот наступает день, когда Мио вынужден покинуть остров. Проходит 3 года, и Мио возвращается, чтобы признаться Сюну, что думал о нем все эти 3 года. И их интерес взаимен. Но означает ли это счастливый финал для них обоих? Фильм «Син Тян» 2020. 16 сентября, 22:07, эпизод 13. Я посмотрела уже сам сериал. И меня, кстати, очень сильно волнует вопрос, зачем делать отдельное? Особенно, когда сериал имеет вполне себе законченную концовку. Он о всем серий «Догма дракона» анонсирована на 17 сентября. Любит, не любит, перенесено уже на 18 сентября. Но я продолжаю это ждать как хатика. Violet Evergarden фильм. Violet продолжает помогать людям писать письма, выражая все чувства клиентов на бумаге. Однако она все никак не может забыть о майоре Гилберте Бугивейле, который однажды дал ей возможность понять, что же значит «я люблю тебя» и шанс начать жизнь с чистого листа. Однажды она встречает старшего брата Гилберта Дифреда, который все твердит ей позабыть о прошлом, связанном с майором, и идти навстречу будущему. Но она, конечно же, понимает, что это крайне трудно смириться с потерей дорогого человека и подавить огромную боль в душе.
Вскоре после этого поступает заказ очередного клиента, а на складе почтового отделения оказывается письмо без адреса получателя. Достигнет ли Вайла цели и что ждет девушку в дальнейшем? Вроде как в этом фильме наконец-то будет закономерная концовка всей этой эпопеи. Я его буду ждать, потому что я открыл для себя этот ящик Пандоры. Ну, и последнее аниме на этот месяц анонсировано 25 сентября. Это будет хентай «Две стороны» отличницы Аяки. Поплачем, Олеть. Ну, я, кстати, своим летом довольна.